собственно, второй предмет наш, это светящийся ошейник. Значит, что он из себя представляет? Это небольшой ошейник регулируемой длины, который, внутри которого вставлена такая лента диодная. Она прозрачная, сейчас она выключена. Работает она от двух круглых батареек CR2032. Вот. И вставляется так вот. Прячется туда. Вот, все. Вот, одеваем на собачку. Опа. И сейчас мы выключим свет и включим ошейник. У него есть три режима. Первый — это мигающий вот такой. Второй — медленно мигающий. И третий — постоянного свечения. То есть это достаточно яркий опознавательный знак, который не позволит ни вам потерять собачку, ни собачке самой потеряться. Его достаточно далеко видно. Так, и еще у собачки можно прицепить такой брелок, который будет тоже мерцать в темноте. У него, к сожалению, только один уровень мерцания есть. Вот, это вот такой вот мерцающий кулончик, так называемый. Он разными цветами тоже светится, но в принципе в совокупности два этих предмета, вот мы включим, чтобы видно было. Ну, на свет тоже в принципе видно, что это все светится, да, но хуже. Вот, в принципе, в совокупности рекомендую тем, кто гуляет вечером вот с собачками, иметь оба этих предмета. Вот, и чтобы вашу собачку было видно издалека, и в целях безопасности настоятельно рекомендуется светящийся ошейник, чтобы был на вашей собачке. Вот и все, собственно.